Этот петушок — это порода фаверолей. Вот это вот — это порода кахинхинов. Китайские кахинхины. Шелковые такие. У каждого петушка есть свои курочки, своя семья. Почему мы их держим как бы отдельно, чтобы их не скрещивать, да? И каждый петушок, например, вот кахинхин, не подпускает фавероля к своим курочкам. Но это очень такие эксклюзивные породы, очень яйценосные породы. Вот эти вот кахинхины, у них шкурка, мясо, ну, шкура, да, она у них синего цвета. Говорят якобы, что она очень хорошо, эта порода, мясо этой породы, для людей, которые болеют туберкулезом. Лечебная порода. И несут они яйца такого салата голубоватого цвета. Ну, не особо прихотливые. Ну, конечно, уход нужен за каждым живым существом, да? Ну, и они такие, ну, не знаю, я даже не знаю, как правильно выразиться, да? Ну, нравится, очень нравится. Потому что они все очень-очень красивые. Самые редкие породы. Ну, самые редкие — это, ну, какие, да, вот, ну, как бы галашейные, потом фаверолии и кахинхины. А галашей — это... Это вот галашейный, с голой шеей. Как бы у нас здесь они в Твери мало у кого, я думаю. Ну, да. Души всех читателей Твериграда я поздравляю с наступающим годом петуха. Пусть этот год принесет всем удачу, всем здоровья и всего-всего самого хорошего.